спектакля, чтобы молодец, никто покажи, не ходил. Молодец, покажи, сколько у нас билет? Вот. Вот для таких телезрителей мы, собственно говоря, вот и делаем эту передачу. Что не покажешь, им нравится все. Покажите, покажите в камеру. Покажите в камеру, очень красиво. Вот это у нас... Великолепно. Ничего. То есть это реквизитный подбор такой, да, вот это у вас был? Что? То есть реквизиты же штаны, да? Нет. Специально шили? Специально шили, да? Чтобы показать потом. Чтобы потом показать. Здорово. А знаете, жестов не хватает. Одной фиги ты сейчас... Что достигнешь? А если фигу показал, потом встал, раздвинул ноги Карл Петрович, и доказал, все нас... понятно. Карл тогда. Петрович, сейчас время вышло у нас? Нет, времени вышло, через... в рот им дышло. Вот. Через 15 минут мы вернемся опять в эфир и продолжим с вами этот интереснейший разговор. Давайте так договоримся. Так а что нам возвращаться? Мы сейчас, здесь сидим. Сейчас перерыв на 15 минут, а потом вернемся. Спектакль, потом вернемся обязательно. Сидим, смотрим. Чего? Ну давайте скажи, смотреть, а чего? Нет, перерыва нет, нормально, нет, смотрим. Перерыв. Давайте смотреть. А можно я сам поиграю в этот конечно, спектакль? Конечно, я верю. Знаешь что, я играю, это что, блин? А сама здесь не умная, здесь просто жесты. Только жесты. А ты в этого поиграешь? Поиграй в него, вот, что ты делаешь? Знает, знает, такой. А после не поиграть в ведущих, а мы будем играть в актёрах. Давай, а мы в оригинале уже так. Жесты, маркинальные. А у них микрофонов нету.